Коротше, ми ж не розробочики. І у нас є сайт Джин, на якому компанії ищуть розробочиків, а розробочики ищуть компанії. А це попытка зробити часть цього процесу в офлайні. Потому что знакомство там, и там, часто достаточно посмотреть человеку в глаза, чтобы понять, что ты с ним не хочешь работать в принципе вообще никак. Или наоборот, да, то есть заинтересовать кого-то. Поэтому отсюда родилась идея этого мероприятия. А план следующий. То есть у нас есть по 3 минуты на каждую компанию. У нас есть 12 компаний или 13. Вот. То есть по 3 минуты на компанию это час получается. Да? Мы их будем по времени персоновать, поэтому если кто-то начнет рассказывать, как он там у бабушки отдыхал, ну, тормози. Вот. И, то есть, в принципе, 2 минуты ребята рассказывают, что им нужно, зачем они сюда пришли, и 2 минуты на вопросы. Если они долго рассказывают, на вопросы меньше времени останется. После этого у нас, то есть у нас есть эта комната, да, откуда унесут стулья, у нас есть тот зал, балкон, туалет, кофе-помпе, то есть куча мест, где можно уединиться и пообщаться с тем, кто вам интересен, переговорка, да? А, еще переговорка есть, тоже целая комната. Куча места пообщаться с теми, кто вам интересен, будь вы разработчик или не разработчик. Если вы вдруг постеснялись или там не успели со всеми поговорить, с кем хотели, вот заходите обратно на эту страничку дейтинга, там есть список компаний участников, список участников разработчиков, можно написать сообщение кому-то. Блин, чувак, мне очень понравилась твоя презентация вчера, давай пообщаемся. Собственно, все. Мы сейчас начинаем. Я слежу за временем, 20.00. Просьба похлопать первой компании, и это будет.